Мальчишки, в общем, я могу сказать, дорогие наши ребята, мы без вас, женщины, ничего не можем. Мы вас очень любим. Мы в вас верим. Мы только на вас и рассчитываем. Так что будьте здоровыми, будьте добрыми, будьте позитивными, будьте хорошими. Это так, это истина. Мои родители сегодня, 23 февраля, у них свадьба. Они прожили вместе и продолжают жизнь 61 год. Для меня поэтому 23 февраля двойной праздник, но мужчины, это, конечно, это особая история. Я надеюсь, что я вас услышу, дорогие мужчины, и буду. Сашка, я позванивала почему-то. Я же не с вами микрофон. Ёлки-палки, простите. Вот, у меня тут же есть заряженное оружие 2 или крепкий орешек 3. Вот. Ну ладно, я сейчас можно. Спасибо большое. Я спою так для задравочки какие-то песни. Мы с ребятами сегодня специально качнули видео, какая я была, какие были смешные вещи. К нам еще пришли друзья. Но мы, к сожалению, вот там вот двух из гостей не можем сюда тоже завести в зал, потому что они пришли мальчишкой, со своим сыном. Вот, но мы их пригласили к себе в комнату. И я надеюсь, что мы с ним тоже поснимаемся там. Вот. Ну, короче, хорошего вам отдыха. Кушайте, приятного аппетита. Вот, в общем, отдыхайте и с праздником. Да, и меня тоже со свадьбой моих родителей. Вот. Произведение, с которого я хотела бы начать, так получилось, что мы снимали его, погрузив в такси настоящее на огромную фуру. И эта фура ехала в Москве по Садовому кольцу. Тогда, по-моему, Бойко еще не был звездой. Инна Гомес еще не рекламировала Вэллу, но я их позвала в ролик. И, в общем, вот такой продукт получился, а я взяла первый раз в руку бейсбольную биту, и с тех пор я ее увожу в своем автомобиле. Я без тебя пропадаю. Вот такое произведение. Я тут тоже буду посматривать. О, видео что ли? Отлично. А мне все казалось, что мир однажды изменится и превратится в дом, откуда уходят мечты. Где все происходит так, как надо, и можно надеяться, что мы с тобой и я. Yeah.
Рим, у нас Эйфель. В Париж едем. Хорошо, спасибо. А произведение, знаете, я приехала в город Гаджеево, это маленький город. Мы долго добирались из Дофа, шли с Северодвинска, приезжаю в зал, тысяча мест. Ага. Одни девчонки сидят в зале. Я объявляю песню. Говорю, сейчас я спою песню «Солнышко мое, вставай». И говорит, Марин! Я говорю, что? Ты говорит, песня неправильно, поешь. Я говорю, как ты так? Ну, понимаешь, у нас мужики, они на подводных лодках. Они уходят в рейд, полгода в рейде. Когда возвращаются, мы им говорим совершенно другие слова. Мы им говорим, солнышко мое, давай. Ну, я запомнила эту историю, вот вожу в своем багаже, вспоминаю людей. Такие вот искренние люди рассказывают всякие разные свои истории. Может, кто-то из вас сегодня свои расскажет. А, ла-ла-лай, да, у нас, наливай, соответственно. Да, тост-контрольный, да. Вы знаете, у вас есть там что наливать-то? Наливайте, тогда, что? Я тут с дуры села за генеральский стол однажды. Да. И генерал говорит, ну давайте пожелаем друг друга столько горя, сколько капель останется в наших бокалах. Поэтому до дна за вас, мальчики, да, будьте здоровы. Да, ваше здоровье. Да, обязательно.
ситуации я бросила дружку в автомат. Позвонила Александру Сергеевичу Зацепину, она была в этом году, 93 года. Я умоляла его написать мне одну мелодию, одну. Я сказала, что, знаете, без настоящей песни я погибну. И он это сделал. Он странно так пишет. Он назвал ее «Мелодия номер 4». И вот они так и родились. До свидания. И потом я с ними проехала от Калининграда до Петропавловска, к нам сейчас. Всю Россию. Давайте поаплодируем родителям. Вот что называется народный артист России. Ничего себе вообще. А у нас там, знаете, какой трек-лист на 400 песен? Найдешь? Нашел он уже? Давайте поаплодируем, дорогие гости. Браво! Спасибо большое, что вы с нами.
Сань. Сашка. Ну что, потанцуем, друзья? Все вместе!
только что признались в любви из Индии. Так и написали. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья! Я однажды пошла, залезла в ванну, начала писать, не могла остановиться, реально не могла остановиться и боялась, что забуду песню, потому что мне главное успеть записать. Я хочу для вас спеть песню, и несмотря на то, что она очень ее любят солдаты, генералы, на самом деле это песня о любви, о том, как нужно ждать. Я хочу спеть для вас, для всех, песню «Мой генерал». Можно? Позволите? Мой генерал, ты прошагал тысячи верст. Мой генерал, ты и не знал нежности звезд. Мой генерал, ты понимал, что впереди. Мой генерал, Путин привал, нам надо дойти. А там за горой снова врагом встретит зима. Там за горой ждут нам костров. Подожди, Саш. Нет, подожди, не включай.
Знаете, на самом деле я очень много всякой разной музыки люблю. Я очень разной музыки переслушала в своей жизни. И эту музыку, если для того, чтобы ее перепеть, это вообще нереально, всю эту музыку перепеть. Она разная, она веселая, она грустная, она душевная, она сердечная. Она самая вообще потрясающая. Но мне не хотелось бы петь таких вот совсем уже грустных, но я хотела бы отель Тэнь. Опять же, для города, в котором вот я приехала. Вообще я живу у Юли дома, вот, вместе с ее котом, с Юлей, да, и мне это очень нравится. То есть я не живу в гостинице. Да, почему, да. Ну почему? Это очень хорошо, потому что я вообще не очень люблю гостиницы. Так что спасибо тебе очень большое, что вот мы с тобой здесь вместе. Да, у нас проблемы с котом, да, я знаю, мы его накажем. Хорошо. Вот, и тоже хочется спеть вам всем, потому что у каждого человека в дом должны приходить люди. Я хочу, чтобы они приходили в ваш дом и пели разные песни. Для вас. Я тоже хочу для вас спеть вот песню, которая о друзьях. Мы ее спели и записали у Саши Уйгудина на студии, тоже здесь, в Петербурге. Вот. Пела я ее Сашке с Ивановым из группы «Ронда». Сейчас Саня не приехала, но приехала я, и я умею для вас спою эту песню с огромным удовольствием. Наконец добрались до зимы. Блин, у вас так холодно здесь вообще.